Инструментальный ансамбль «Бух». Африка. Жара. Очень жарко. Ночь. Вот на. Негры работают на плантации. Тут этот негр не сдержался. И запел. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Когда я за тобой приду, когда я за тобой приду. Значит, Саша, я вот здесь, я понял, и здесь. Все. Так, тогда заходи. Сань. Отлично, красавчик. Спасибо. Так, ощущения. Расскажи. Ощущение супер. Когда я за тобой приду, блядь, только не за мной. Всем привет. Всем привет, здорово. Бу. Бу, с вами Александр снова. С нами Александр, Константин, Сережа. Сергей, и Сережа. Александр. И Александр. Александр и Александр. Сейчас. Раз, два, три. Так, что сегодня пятница, первое число. Сегодня... Время без 10 дней. Первое уже? Да, да, первое число, первый день лета. Да ты шо, поздравляем всех с первым лета. Днем лета. У-у-у! Сегодня же там день защиты детей. Не, это не сегодня. День, да, короче, сегодня, со все... да. Короче, шо сегодня, короче, с днем? С днем, с сегодняшним. День хороший. Сегодня у нас опять продуктивный день, как обычно, мы засняли, то есть засняли, мы написали музыку. Записали песню. Да. Мы записали новый трек. Да, наш новый трек совместно с Александром Тором. Второй трек. Второй трек. Ну, исполнитель я и Александр Тор. Пацаны пока не участвовали как исполнители. Я имею в виду, да. Ну, словесно не участвовали. Не, как исполнители, вы же не... Чего вы не дослушаете? Я танцевал реально. Да, как исполнители не участвовали, но поддерживали нас, как банда мы были все вместе. И дело в том, что клип, ждите клип, мы уже снимаем, думаем, пишем на него сценарий. Клип, короче, будет, участники главные будут «Бесславные ублюдки» и Александр Тор. Клип будет жесткий, как и трек. Не, ну годится, а это уже будет совсем... Ну да, это будет немного не лирика. Но это по-нашему, это уже будет... Да, будет по-нашему. Не, ну так сказать, мы показываем все свои грани, у нас их очень много. Да. Мы можем быть как и лирические, так и, блядь, жесткие. Ничего человеческое нам не чуждо. Да. Естественно, естественно. Да и хватит тут этой лояльности, надо уже, блядь, жестче. Ничего себе. Да, ну сколько можно вот это? Ну да, сиси мять вот эти, блядь. Сиси, писи. Девочки, да. Девочки. Не, ну мы будем искать девочек, да? Ну а что их искать? Есть. Так я прошу, блядь, прощения. Давайте объявим кастинг, пожалуйста, блядь. Ну объявите кастинг. Нам нужна Настя. Нам нужна Настя. Настя. Ну, а что будем... Настя, блядь, ебать? Обязательно. Не, Настя, ну там, ну, просто упоминаю. Не обязательно, пусть ее зовут. Нам нужна Мария. Девушка, которая сыграет Настю. Без трусов. Без трусов. И вся в страсти. И в страсти. Критерии 100-120. Что это? Это вес. Или объем груди. 100-120. Ну, ты... Да нахуй ты же. Нахуй ты же. Нахуй ты же. Короче, грудь нахуй не надо. Вот там их на Бучу видели. Ты видел, сколько? Точно, блядь. Надо в Бучу ехать. Свинопасы, да? Да, там приемщица Настя, блядь. Откармливают там? Там и кормят. Передачница. Я не знаю, чем их там кормят. Ты помнишь передачница, которая принимала у нас? Квиточка, блядь. Она ебашит реально, мне кажется, с передач продукты, нахуй. Ну да. Такое наела. Каждый сука. Раз шоколадку. Настя, поружечек, если ты нас видишь, отзовись, пожалуйста. Не, на самом деле, короче, если честно, то, блядь, в натуре, если есть какие-то красивые девочки, то, блядь, не для того, чтобы с нами наложить... Модельная внешность. Да, если не для того, чтобы с нами налаживать отношения, тоже касается, а чтобы сниматься конкретно в клипе вот с пацанами, с нами, блядь. И, да. Блядь, ну... Если... Вкладывали глаз, да, оба глаза. Да, если кто хочет, модельки, короче, пишите... Чтоб душа радовалась. Да, чтоб не хотелось выколить глаза. Вот, короче, модельки пишите в ВК, если что. Или в директ. Да. В личку.
в личку, да, на общее там. Пишите, просто пишите. Просто пишите, блядь, да. Звоните там. Короче, да, да, базаримся. Если есть желающие, всегда рады, короче. А если есть просто штемп, ну, короче, он такой, как тоже, ну, красивый реально. Красивый, да? Да, у него жопа охуенная. Тоже пишу. Тоже пиши, пусть пишет. Нам надо штемп, чтобы мы его в багажник паковали. Желательно красивый. Ну, с красивой жопой. Так а что ж, блядь, по мне? Ну ладно, короче, я думал, так, а чтобы жопа, не, мы сейчас на базаре, нам хуй кто напишет. Давайте не будем, во-первых, открывать все грани нашего, блядь, клипа. Настя, блядь, багажник, хватит. Настя без трусов, это уже не хуйня. Да. Уже полклипа, блядь, рассказали. Это блядь. Реально за трусы никто не будет, блядь, все будут бояться. Не, все нормально, все в трусах, все в порядке, блядь. Есть, ну блядь. Да. Не, ну даже не шутим, блядь. Ну конечно, блядь. Чтоб понимали, конечно, это, ну, все шутки. В трусах, да. Да. Если нет, то ничего страшного, не принципиально. Мы, бля, наркоманов, мы сегодня выводили, бля, гуся, братан, пол, бля, да. Наркоманов. А, у наркоманов нету пола. Вообще, блядь, представляешь? Ну да, это ж такое не. Это бесполые, как существа. Как ты говорил, есть, короче, этот, блядь? Гермафродит. Ну понятно, а стих этот, блядь? Стих? Ну, я, блядь, мне он надо срочно, нахуй. Ну, короче, я потом расскажу его, вспомню, блядь. Ты меня именно в тупик, стих, блядь. Да, нормальный стих, братан, мне уже интересно. На эту тему ты рассказывал, блядь. Время знаменито, наше время знаменито тем, что смеха ради сотворило новый вариант гермафродита духом, телом мужики, а духом бляди. Что-то в этом плане. Да, что-то типа того. Да. Но я точно не помню. Я знаю про наркоманов всех, типа, наркоманы нам не друзі, але й не вороги. А я знаю другое, наркоманы пидорасы, наркоманы пидорасы. Наркоманам хуй не нужен. Пидорасы, наркоманы. Пидорасы, пидорасы, наркоманы, пидорасы. Вот такой вот я стих знаю. Я знаю, наркоманам хуй не нужен, наркоманам хуй не нужен. И пизда им не нужна. Хуй не нужен. Вот нет, так и вот. По пизде они не тужат. И по пизде они не тужат, и пизда им не нужна. Короче, блядь, столько про наркоманов мы дохуя, да, напиздели, на самом-то деле они даже не достойны нашего внимания. Не, просто. Чего? Я наркоман... Я тебе для того, чтобы они стихи рассказывали, а, блядь. Не, дело в том, что мы к чему это говорим, мы не хотим оскорбить никого, мы просто говорим о том, что спрыгивайте. Наркомания – это хуёвая хуйня. Бля, подожди, зачем нам кого-то оскорблять, если он сам себя оскорбляет, да, реально? Поэтому я и говорю, что мы не хотим, ну, нет, никого, ну, оскорбить. Знаешь, мы хотим... Да, мы не хотим действительно никого оскорбить, но, и в самом деле... Мы, то, радуемся, то есть, вот мы только что встретили человека, который нас смотрит. Да, человек, ну, реально сам, да, пришёл. Да. Спортивный такой человек, на велике, нормальный пацан. Видно, что от наркотика он далек. Да вообще, да. Молодчага, спортсмен. И, блядь, я хотел с вами спорить, реально. Потому что, блядь, сука, эти штемпы, реально, вот смотри, вот просто ко мне приходят. Сука, такой... братан, ладно, тихо. Не заводись. Успокойся, короче. То есть мы говорим о том, что, братан, наркоманы тоже могут стать людьми. Да, в любой момент. В любой момент. Конечно. Главное бросить наркотик и все. И сразу перестанет быть пидорасом. Да. Не, в любой момент даже нормальный человек может стать наркоманом. Или пидорасом. Да, тоже пидорасом можно стать тоже в любой момент. Так что это никого не берите на свой личный счет, да. Это общий такой прикол, как бы. Мы себя этим обобщенным. Мы себя мотивируем, это наш сдерживающий такой фактор наш. Короче, что еще? Мы записали, короче, песню «Ура!». Наконец-то. Песня бомба. Да, песня, короче, на ваш суд мы снимем клип и уже послушаете наш трек. Короче, стрим. Значит, завтра ждите наш стрим. Да, какого хрена вообще там мы собрались? Да, да. Потому что завтра у нас будет стрим в 19:00. По киевскому времени, да? По киевскому времени в 19:00. По Троещинскому времени. По Троещинскому, да. По Троещинскому времени 19:00. Завтра. 2 числа в субботу. Да, смотрите, нас будет интересно, будет, да, много чего того, что не было до сих пор. Ну, будут донаты, мы уже их прописали. Я уже сам жду этого стрима, мне уже интересно. Ну да. Что первый. Первый был, да. Первый был, нам понравилось. То есть людям тоже многим понравилось, да. Пишут, узнают. То есть будем развиваться дальше, будем искать свои, нащупывать свои пути, свои стези, так сказать. И искать. Все, на этом пока тормозимся. Все, мы рады показать себя, что мы трезвые, мы... Всем мир. Да, всем мир, всем добра. Да, бросайте наркотики. Бросайте наркоту, блин. Присоединяйтесь к нам. Мы будем, короче, разбивать стереотипы о том, что бывших наркоманов не бывает. И о том, что в любом возрасте можно начать себя менять. Да. Все, всех благ.
Обнимаем всех крепко. Да, будь добру. Будь добру. Бу. Красавчик. Не, ну шо, все? А еще раз, конечно. Жестко, как на бой, как Тайсон в ринг. Да нормально. Я ебу. Красава, блин. Ты за тобой гонится, братан. Вот и мусора. А? Мы извиняемся, но мы не можем сдержаться. Вообще, серьезно. Именно эти эмоции, блин. Опа. Привет. А что вы говорите? Не услышал. Да ну ладно, ну все, на самом деле, мы вас услышали, все в порядке. Мы скупим за это очки, блин. Не сейчас. Только не сегодня. Здравствуйте, дорогие дятлы. Слышь, а ну, день, а ты про такие, это, а вы у О, натуре Бандера. Говорит, кошевому обращайся. День, а я тебе по-личному, блядь.